Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня, как и обещал вам в одном из прошлых роликов, мы... Эй, а что это у нас такое? Да это же рубрика ТОП-коммент. Просто пиши крутые комментарии и попадай прямо в следующий ролик. Погоняем Теслу в зимних условиях, посмотрим, на что она способна, как она поедет и что вообще из этого получится. И да, кстати, мне очень интересно, получится ли на ней подрифтить. Вы все видели, что она мега быстрая, реально. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие ключи и аккаунты по самым доступным ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. И вот мне, по сути, очень интересно, как она поведет себя там в гололед и в прочих условиях. Давайте сегодня это проверим. Ну а вы напишите свое предположение в комментариях, как вы считаете, насколько удачен этот автомобиль, учитывая наши зимние российские условия, там снег, гололед, морозы, вот это все, как оно вообще отразится на электропикапе, этом кибертраке. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с того, что мы просто покатаемся. Хотя, по сути, можно было, наверное, сразу поставить гололед для того, чтобы ощутить вообще в целом, что же это такое. Или... Нет, ладно, давайте гололед чуть-чуть. Короче, солнце, гололед, снег. Проверим вот в этих вот режимах, как она будет себя вести. Так, давайте для начала мы присядем в салон и... В салон! А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел, красавчик? Салон, садись, слышь. Что-то не хочет в салон садиться. О. Наш замечательный турборуль, турбореактивный, стартует максимально быстро. И сразу начинается движение. Наше электродвижение, я бы даже сказал. Знаете, что прикольно? То, что здесь настолько большая линия остекления, что все видно. Просто круто. Круто все видно. Воу. Так, да, сегодня она у нас едет. Что касается тормозов, тормоза очень хорошие. Вот несмотря на то, что вроде как бы снег, все дела, но тормоза очень хорошие. Но уже чувствуется, что она не так круто рулится. Сейчас попробую в поворот войти. Нет, на 120 спокойно входит в поворот без всякого. То есть сцепление с дорогой пока что сохранилось. Останавливается тоже очень круто. Ну, как я и говорил ранее, что мне вот очень нравится, как она рулится, как она управляется. И пока я не разочарован. То есть все то же самое осталось. Ладно, давайте мы сразу перейдем с вами все-таки к гололеду. Гололед. О-о-о, вот уже что-то по-другому. Не-не, подождите, гололед оставим на сладкое. Давайте все-таки сначала снегопад. Так, снегопад. Где у нас снег? Ага, вот, полетел снег. Попробуем, что у нас поменялось со снегопадом. Кстати, он у нас есть? Ой, а где у нас дворники? У нас нет дворников. У нас нет дворников. Ну, звук дворников есть, дворников нет. Слушайте, она стала очень сильно шлифовать. Сейчас попробуем торможение экстренное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Совсем по-другому стала рулиться, как бы. Я сейчас без зеркал еще езжу. Но вы видите сами. Да, все поменялось, как бы. Оу, его заносить начало. Вот это по кайфу. Конечно, прикольная такая вот атмосфера снежности. Атмосфера снежности. Так, я еще ни разу, кстати, никуда не впендюрился. Ну вот, смотрите сами, как она выглядит в этих снежных условиях. Ну, прикольно, я должен сказать, прикольно выглядит. Типа супер необычно. Так. Да, стартует она заметно теперь быстрее. Ой, тьфу, быстрее говорю. Заметно хуже, потому что она скользит. Сейчас попробуем с двух педалей. Смотрите. Вау! Жестко. Очень жестко сейчас. Старт был прям очень жесткий. Такс. Мне кажется, что все-таки время, наверное, гололеда пришло. Давайте мы попробуем гололед прям. Ой-ой-ой-ой-ой, как все ярко сразу стало, красиво так.
Ну, на удивление, она неплохо тормозит, все еще продолжает неплохо тормозить. Но ее несет, ощущается вот это. Сейчас элементарно проверим. Смотрите как. Типа я поверну руль. Чего? Не понял. Это как это? Да как это работает? Я нажал тормоз и газ одновременно. Кого? Как это работает? Подождите-ка. У меня... В смысле, она шлифует передними колесами? Смотрите, она шлифует передними колесами уже 7000 оборотов. 7800. 8. Я сейчас отпущу. Сколько она шлифовать будет? Да ё-моё. Как же тяжело рулить, когда камера не в нужном месте. Так, ладно. Какой знак яркий. Слушайте, ну вообще она очень сильно стала забуксовываться. Вообще ускорение совсем по-другому происходит. Ну и торможение, я думаю, тоже. Ну, как бы тормозит, но уже не так эффективно, как летом, допустим. То есть на сухом покрытии она намного лучше тормозит. Самое, что я хотел отметить, это посмотрите, какой офигительный обзор из нее. То есть ты просто идеально чувствуешь ее габариты. У нее капот-то небольшой. И вот эти сбоку все габариты, все... Вообще, ну... Не, ну все равно пушка. Все равно пушка-капушка. Супер. Да как это вообще возможно? Как я там протиснулся? Это просто уму непостижимо. Вот так вот! Че вытворяю, а? Вы посмотрите просто. Просто бешеный какой-то стиль вождения показываю сегодня. Ну это как картинг. Ну вот посмотрите. Ой-ой-ой, первый раз занесло здесь в повороте. Не видел, какая скорость была. Напишите, пожалуйста, скорость, ребят, какая в этот момент была, то есть, когда ее понесло в повороте. Вот сейчас тоже, кстати, понесло, 150. До этого, помните, мы на скольки, по-моему, на 160 пытались зайтись в поворот, и все получалось. 150, здесь это все. Причем на ней не ощущается вообще скорость, вот сейчас 200. Как будто вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это все, это фиаско была сейчас. Так, а мы, по-моему, приехали. Мне кажется, что мы приехали с вами. Да, мы приехали. Так, оп. Нет, а вот так. Просто все громлю. Громлю на своем пути. Хотел ее на два колеса поставить, если что. Короче, 230 с чем-то. 236 максималочка. Сейчас заедем. Да. Ну что я вам хочу сказать? Типа, неплохо она едет. Да, чувствуется сносы по поводу гололеда. Льда, короче, вот так, наверное, правильно сказать. Да, из-за льда вот всякие эти сносы, они ощущаются. Но все равно управление на высшем уровне просто осталось. С каких-то прям сильных косяков я не замечаю. Она идеально рулится, она тормозит. Причем она тормозит так хорошо, как некоторые машины здесь летом не могут. А она зимой по льду спокойно оттормаживается с больших скоростей. И управляемость очень на высоте. Сами видите, что там шашки, не шашки, буквально прям идеально проходят. И не надо там руля крутить очень сильно. То есть, ну, на самом деле, реально управляемость у нее на высоте. Мне очень нравится. Прямо постарались ее разработчики. Оп, и пошел просто. Да, конечно, во время... Ух ты, чуть мадаму не сбил.
Во-о-о, понесло, понесло. Сейчас арабский дрифт будет. Нет, не будет. Да как это вообще возможно? Вы понимаете, практически на 200 вхожу в поворот, ее просто не сносит. Вот, 140. Гололед, поворот. 140, гололед, поворот. Вы понимаете вообще эти слова? Это невозможно. Законы физики никто не отменял. Так, тут, по-моему, начался оффроуд СПБ какой-то. Или нет? Пока вроде едем. Такс, 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 такс. Ну, ничего не могу сказать, она реально едет. Вообще нормально едет. Вот, спокойно. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда. На ней даже, по-моему, плавно не ускорится, на. На любой скорости ты жмешь газ, и она прям начинает шлифовать. Но почему-то только передними колесами. Видимо, здесь так привод устроен, чтобы улучшить управляемость. Чтобы не было сноса задней оси там лишнего и прочего вот этой. Вот этого... Воу! Вот это я пролетел над чуваком. Так. А, у нас подвески нет, я понял. В машине нет подвески, поэтому она, видите, как работает. Так. Неужели мы выехали? Это просто обалдеть можно. И, по-моему, у меня переключается... Без тормоза переключить. То есть, обычно здесь в машинах надо вот зажимать тормоз, чтобы переключить передачи, но не здесь. Здесь ничего не надо зажимать. Все, диагоналка ловится просто на изи. Очень легко поймать диагоналочку. Даже слишком легко. Ой, так на ней можно вот что делать. Сейчас мы разгонимся и врубим с вами заднюю. Короче, сейчас... Так, лучше, наверное, из салона это сделать. Ну, так мне понятнее, по крайней мере, будет. Короче, я разгоняюсь и врубаю заднюю. Ага, работает. Так, работает, работает. Да куда тебя сносят? Пипец. Че ее сносят-то так? Где я? Так, давайте ускоряемся, разгоняемся. Хотя бы до соточки. И желательно, чтобы был прямик какой-то. Вот, 200. Заднюю. Да ё-моё, блин, задолбали вы. Дайте нормально сделать тест-драйв. Тест-драйв дайте нормально сделать. Где начнется с моей стороны две полосы? Во, вот здесь начинается. Да ё-моё, дайте мне красиво сделать. Красивые вещи хочу сделать. Так. Ну-ка. 160, ладно. Да, ну прикольно. Ладно, вы поняли задумку, да? Прикольно вообще получается. Вот такой вот видок из салона. Огромная панорама, все дела. Ладно, ребят, на этом зимняя серия с Теслой заканчивается. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите ваши комментарии. С вами был Механик, и всем пока.